сегодня мы приехали выбирать канцелярию в школу. Да. Возвращаемся в школу. Так, Пушок, да. Держи его. Заходи. Я не знаю, ну давайте сначала это. Нет, давай сначала сюда. Налево, давай. А потом туда. Пушочек. Да можно его не брать на руки. Нет, нельзя собаку. Ну, написали овчонка, но это не овчонка, но типа овчонка. Сейчас привяжем его тогда. Хочешь, можем привязать. Нет. Казалось, нету канцелярии, здесь только книжки. Да. Так, тут рядом есть еще магазинчик, ну, можем зайти. Будешь заходить сюда смотреть, что здесь есть? Ну, пошли. Пошу. Ну ладно. Пошу. Ну расчихался, да? Угу. Здрасте. Давай посмотрим. Ой, Лиз, а ну идем, я посмотрю сумочки. Да, это для детей 3+. Типа суши. Лиз, а ну. Что за сумочки? Тут такие интересные. О, тут так много сумок. Первое, я решила взять вот это вот. Ну, мы еще не берем просто смотрим, ну что здесь это? Здесь мишка. Типа карандаш непоточный. Точилка. Посмотри, какие прикольные эти. Лиз. Что? Пеналы. Ну, пеналы, да, прикольные. А ну открой вот этот пенал, я хочу посмотреть с точилкой. Не, ну вот это прикольный пенал. Такой. Да, видишь, с точилочкой класс. Здесь. Отсек для карандашей. Ой, а здесь что-то тоже. Типа тут ланчбокс. Здесь вот же пенал. Угу. Ну, прикольно. Мы нашли канцелярию. Все, теперь идем смотреть. Так, идем. А как всегда овчарка нашла? Здесь нравится. Здесь больше для профессионального чего-то, но не для школы. Сейчас еще и заставят покупать. Баллончик. Они очень сильно тяжелые. Да? Да, сильно. Как гантель. О, а это клячка. Не металл, это клячка. Здесь не для школы, здесь больше для другого. Здесь те, которые, допустим, рисуют, там такого вот плана. Смотрите, точно не детские фломастеры. Эти классные фломастеры. Ну вот тут, иди сюда, Лиз. Вот тут есть разные рюкзачки, но мало их. Мало рюкзачков. Даже не из чего выбрать, да? Пеналы. Покажи пеналы. А? Огромные. Ну вот это сильно маленькие уже. Ну да, они туда. А эти нет. Какие-то сильно огромные. Для мальчиков они больше подходят. И вот эти тоже сильно О, вот эти, кстати, классные. Но они сильно огромные. Ну да, они будут занимать больше места. Очень много. Чем надо. Да. Здесь просто разные фигурки. Угу. Лиза, смотри. Ой, это чтобы рисовать. Французский бульдог. Где? Вот. А, реально. Французский бульдог. Класс. Ой, смотри, принцесса София. Вот она. То есть это ее сестра. Класс. Да, это ее сестра. Это ее сестра. Прикольно. Так, ну мы сейчас еще сходим в другое место, да? Угу. Слайм. Слаймы разные, как обычно. Так, идем тогда в другое место еще сходим, да? Да. Ну, я не знаю, мне кажется, ну идем посмотрим. Мне кажется, что здесь все закрыто, нет? А здесь только одни игрушки. Никакой канцелярии здесь нет, Лиз. Ну идем там пройдемся, что-то там еще. Что-то много чего есть. Ну пока
Нет, здесь, наверное, одна одежда, да? Не знаю, вон там еще что-то есть. Одежда и игрушки, и все. Нет, есть картины по номерам. Ну, картины по номерам нам не нужны. Зачем нам картины по номерам? Что там, где ты? Здесь. Угу. Не, смотрим. Я сейчас вас укушу, да, если есть. Вы если вы не поставите у лайки и не подпишитесь такой. На канал. Так, идем дальше, посмотрим. А, лежачие. Угу. Мы ничего не нашли. Ну, ничего страшного. А ну идем посмотрим вот эти платьички. Почем они? Вот это зеленое. Пойди посмотри. Какое? Сейл написано вон. Ну зайди, зайди в этот магазин. Вот, вот это. Вот это? Угу. Где-то... Ну, дай я посмотрю. 220. Симпатичная очень. Тут вообще моего размера. 220. Нету даже самое большое? До 8 лет они идут. А, до 8 лет, да. Ну, не-не, тебе это надо вот на 10. Да. Красивая очень. Очень. А ну, приложи к себе. Сейчас. Тяжеловес. Ну да. Маловатенько, но красиво. Ну ладно, идем. Красиво. Так, идем дальше на тот этаж. Здесь тоже канцелярии не так уж и много, но мы все равно немножко посмотрим. Столеев. Столеев. Столей. Столей. Это типа лицо красит. Рисовать лицо. Да, я поняла. Обычные маркеры. Я просто... это хочу взять. Нет, мы это не берем. Это не для школы. Еще вот такое вот угу. Есть. Вот. Еще карандашики есть. Прикольно. Да, кусок. Да, сейчас пойдем, Джеку. Вот такой вот. А, есть. Краски, да? Да, угу. Специальные прямо. А, тут. В общем, в школу мы пойдем с разукрашенным лицом. Вот так вот мы пойдем. В новую школу. А посмотри, какие ручки интересные. Ну все, хватит уже эти краски, смотри. Вот, смотри, Лиз. Вот, смотри. Ну мы пришли сюда краски, смотри. О, реально. Интересно просто. Просто прикольно. Мне они как бы не сильно нравятся, когда там много этих стержней. Сейчас я возьму себе эту, если есть корзинка. Лиза, уже давай без корзинки. Ладно. Тут не так уж и много этой канцелярии. Наверное, хочу взять вот это вот. Первая вот эта ручка. Ну, хотя бы наконец-то мы ее взяли. Дальше я вас я не хочу... Потому что, смотрите, она тут из какого-то... Ну, это игрушка. Она не плюшевая. Да, и здесь, типа, у нее вот эта вот штучка. Да, симпатично. Вот. В общем, все, ребята. Мы вот здесь больше... Не... Да, у нас есть фломастеры. Нет, у нас много, у нас профессиональные. Да. Да. Так, еще что было? Я думаю, что, видишь, здесь маленький выбор, так и что я все. Буду еще брать. Вот такие вот фанаты. Вот такие все. Все, ребята, мы берем только это и уходим. И а то у меня в руках пушок, мне тяжело. Все, ребята, всем пока-пока. Всем до новой встречи и всем пока. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайки и смотрите все мои видео до конца. Да, Лиза очень старается. Все, всем пока-пока. Всем готовьтесь пока. К школе. Всем привет. Вы на канале Мисс Лиза. Сегодня мы в зоопарке. Зоопарке. В Кишиневе. Это самый огромный зоопарк в Кишиневе. В Европе. Да.
Самый большой. И самый красивый. Да. Он очень красивый. Да. Сейчас мы вам все покажем. Смотрите, не переключайтесь.